Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем новом видео. Как было уже указано в названии этого ролика, сегодня у меня влог с матчем молодежной лиги чемпионов УЕФА между командами Динамо и Барселона. Ну а как только под этим видео будет 30 лайков, я моментально сужу за монтаж следующего влога с матча Динамо-Барселона уже основных команд. Все зависит только от вас. Чем быстрее соберете лайки, тем быстрее будет следующее видео. Еще раз всем привет, друзья! На часах сейчас 13:00. Я сейчас направляюсь на метро Оболонь, оттуда следующее включение. Ну что ж, как видите, я уже добрался до метро. Следующая станция — Майдан Независимости. Ну что ж, я уже на Майдане, двигаю на стадион. Оттуда следующее включение. Как видите, я уже возле стадиона. До матча остается чуть менее 2 часов. Ждем начала игры. Сейчас я у малых спрошу, ты мне расскажешь.
малый, а ну скажи. Молодежь. До вашої уваги стартовий склад команди «Барселона». Перший номер – Арнау Рафус. Другий номер – Мікі Хуанола. Третій номер – Дієго Алмейда. Четвертий номер – Чаді Ріад. П'ятий номер – Арнау Сола. Шостий номер – Марка Садо, капітан команди. Сьомий номер – Іліас Акомач. Восьмий номер – Алеш Гарідо. Дев'ятий номер – Віктор Барбера. Десятий номер – Чус Альпа. Одинадцятий номер – Хуан Фуантес. Головний тренер команди – Оскар Лопес. Ladies and gentlemen, for your attention, the starting lineup of Barcelona. Arnau Rafus, number 1. Mickey Juanola, number 2. Diego Almeida, number 3. Chadi Riad, number 4. Arnau Sola, number 5. Arnau Sola, number 5. Диало на второй минуте матча выводит киевское «Динамо» вперед. Пропущенного мяча Барселона взяла игру под свою инициативу, катает мяч, но особо опасных моментов не было. Динамо, в свою очередь, убегает в контратаке, и уже несколько раз было очень горячо у ворот Лауграна. Смотрим дальше. Неприятная стычка произошла возле ворот Барселоны. Два игрока столкнулись на приличной скорости. Хуан Гарида на 37-й минуте матча восстанавливает паритет. 1-1.
Илс Акамах на 40-й минуте встречи зарабатывает вторую желтую карточку, которая автоматически превращается в красную. Таким образом, футболист подводит свою команду и оставляет ее в меньшинстве. За первого тайма Кирилл Попов с передачи Назара Волошина делает счет 2-1. С таким результатом закончилась первая 45-минутка. Дячук увеличивает отрыв киевского «Динамо». Все становится 3-1. Не останавливаемся, Киев. Вперед! Вездесущий Самбо Диало на 83-й минуте матча оформляет дубль и ставит точку в матче 4-1 в пользу «Динамо». Ю-19 обыграла своих ровесников со счетом 4-1. Но я двигаюсь на следующий матч. Динамо, Барселона, уже главные команды. После 4 туров киевляне на первом месте с 10 очками. Не сбавляем обороты, только вперед. Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем новом видео. Вы проявили просто нереальный актив под предыдущим влогом и набрали даже больше лайков, чем я просил. Поэтому, как я и обещал, ловите новый влог. Приятного просмотра! I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby, I'm your David and you're my Goliath.
с тобой! Опасно, штанга спасает киевская «Динамо» от пропущенного мяча. Как и полагается, «Барса» взяла инициативу в свои руки. Играют в свой футбол, раскатывают, пытаются найти свободные зоны. «Динамо», очевидно же, играет на контратаках, пока у них это плохо получается. «Барселона» тоже не может найти подход к воротам Бущина. Смотрим, что будет дальше. Диктовку киевского «Динамо». Два голевых момента удалось создать. Жаль, что реализация, как обычно, подводит. Смотрим дальше. Указывает на 11 метров. Если не ошибаюсь, Ансу Фати зарабатывает. Пенальти. Стадион гудит! Стадион недоволен! Постойте! Судья идет смотреть ВАР.
добилась. На 70-й минуте матча Ансу Фати выводит Блауграну вперед. 1-0. Матча Ансу Фати выводит Благрану вперед. 1-0. Барселона перекатывает мяч, не дает шансов Динамо. На этом влог подходит к концу. Киевская «Динамо» уступает каталонской «Барселоне» с учетом 0-1. И ситуация в нашей группе ухудшается еще больше. Очень обидное поражение. Мне кажется, ничья в этом матче был более объективный результат. Даже после пропущенного мяча мы не склали руки и продолжали все равно идти вперед. Но, к сожалению, не получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всем пока!